Наставничество – популярная форма благотворительности в США, Канаде, России. Взрослые в лице наставника проводят выходные в свободное время с ребенком. Так дети приобретают важные навыки, учатся адаптироваться к реалиям жизни. В 2014 году благотворительным фондом «Дара» был инициирован проект «Наставники», цель которого – помочь детям из детских домов, подросткам старше 11 лет, стать более успешными и помочь им социализироваться через дружбу и общение со взрослыми наставниками. Наставником может стать любой казахстанец старше 25 лет, у которого есть время, желание, возможность уделить время ребенку из детского дома. В проекте нужно находиться 2 года, но в идеале это дружба, которая сложится на всю жизнь. В рамках данного проекта благотворительный фонд «Дара» выпустили электронную книгу «Наставники. Реальные истории дружбы с детьми из детского дома». Помимо трогательных историй, авторы дают рекомендации по общению с подростками. Идея написать книгу к нам пришла давно. Мы хотели привлечь внимание общественности к проблеме сиротства, хотели познакомить с нашим проектом и, конечно же, вдохновить людей становиться наставниками. Вы можете стать наставником и изменить жизнь ребенка из детского дома, либо же можете приобрести книгу и также сделать свой вклад в общее доброе дело. Поддержите наш проект, становитесь наставниками, приобретайте книгу, давайте делать мир добрее вместе. Книга «Наставники. Реальные истории дружбы с детьми из детского дома» доступна на платформе электронных книг «Литрес» и стоит 1500 тенге. На вырученные деньги благотворительный фонд «Дара» оплатит услуги репетиторов для воспитанников детского дома и дома юношества в рамках проекта.